находимся в парке Нонг Нуч в Таиланде, и перед вами автомобили различных марок. Помните, в детстве была такая тема, вот маленькие игрушки с большими колесами. Каждый паренечек хотел такую иметь. Ну и у этого паренечка, короче, все получилось по ходу дела. Это тропический сад мадам Нонг Нуч. Здесь гуляют красивые девушки, и у них французское настроение. Своей летящей походкой она плывет по этому тропическому саду. А это львы и тигры, но они не настоящие. Все как в Африке, только в Таиланде. Пойдемте найдем живых. Ко мне подлетели две замечательных дамочки. Они словно как бабочки. И здесь все плывет. Представляю вам моих новых бабочек. И мы плывем. И все плывет. Является очень полезным фруктом и очень любим тайцами, потому что он обладает большим количеством полезных микроэлементов. В нем почти вся таблица Менделеева. Это самый полезный фрукт. Ешьте, но только аккуратно, в отель не приносите. Свешайте, себе, пожалуйста. Нина, держи, держи. Свешайте меня. Сейчас эта девушка пытается надеть шляпу на жирафа, но я ей помогу. Ну что, удачи, брат. Находили большие кокосы прямо в море. Кокос. Любой рыбак мог, найдя такой кокос, стать богачом. Да, все правильно говорил. На таких машинах нужно катать самых настоящих тёлочек. Сиамские красивые сады. Я обожаю спорт. И мой любимый спорт – рыбалка. Удача на стороне сама, а я поплыл.